настроение. Мы сегодня начинаем, все-таки начинаем серию трансляций по второму XCOM. Дополнение War of the Chosen. И это Long War 2. 2! Ладно, бригада у нас какая-то очень стрёмная, если честно. Угол, уже вижу. Это первая миссия, мы начинаем КВН. Для чего, для кого, непонятно. Забираемся ориентировочно на крышу. Здесь куча огромная врагов, вы видите? Но в целом мы, конечно, можем себе позволить, я думаю, инициировать их. Инициируем, потому что они будут ходить все равно после того, как мы сейчас постреляем. They found us. И разбегаются. Побежали. Мажет один. Сверх стреляет второй тоже с мимо. Броня 3 урона, это по дрону. Минус дрон. И второй пак из 4 человек. Тоже дезориентированные. Разбежались. Вот такое себе. Да ладно, не попадет он. Там два овера, правда. А, сейчас второй будет. Сейчас второй. Нормально, лутецки взяли. Расширенный магазин. Сразу фланг. Так. Да ладно, что-то мы ушатываем. Вам не кажется? Вам не кажется, что мы ушатываем? Мне кажется, мы ушатываем. Потому что того флангует, он может дернуться. Вот это меня беспокоит. Гренка. Изи. Защита. Побежал, Overwatch, давай. Yes, вообще, уа, как расконтролили, уа. Еще, правда, пак последний, сектоиды. О, нет, поднимают зомбаря. Там сектоид вместе со своим щеглом. И эти все укрытия, они... Да, это разрушаемые, хорошо разрушаемые укрытия. Тогда я сейчас, наверное, тени закину этот опыт. Попытаюсь ею попасть. А кинжалы... О, ножи-то точнее бьют. А, ну урона, скорее всего, не хватит. И так-то здесь 4 урона. Пытаемся попасть. Бах, 3-5, он дает 3, блин. Ой, молодец. Молодец. Не должна нас увидеть. Опа, добрый вечер. Буду краток, как говорится. Да, и у него была добыча. Так, первую миссию прошли спокойненько. Аркадненько, но без потерь. Оценка отлично. Почему отлично? Ранение все-таки, да, 2 штучки. Погнали. Просто я-то в себя верю. Да. В XCOM'е очень много механик. И вчера, как снег на голову, они мне свалились. Я успел позабыть все, потому что прошлая трансляция по XCOM'у была там 3-4 года назад. А тут как бы... Да, 2 ранения. Так, у нас разведданные. Давайте все-таки на черный рынок слетаем. Мэдисон тут в качестве ученого. И Сергей Касаткин, инженер, не помню никнейм. Рейнджер, Пиптар. Смотрите, Пиптар одно лицо. Просто вот Пиптару накиньте еще лет 15. Да ладно, 5. Накиньте, и все, это Пеп. Реально. Пиптар. Причем портрет, который сделал, собственно, ну, персонажа, который сделал Лояр 3-летней давности, он лучше отражает Пиптара текущего, чем тогдашнего. Ну, это серьезно, это Пиптар. Сканим дальше. Мне кажется, я сейчас просто... О, центр тайных операций. Доступны новые секретные задания. Доступны новые ячейки для персонала, снижает длительность секретных заданий. Сергей Касаткин ожидает назначения. Надо вспоминать, что такое секретная операция. Я не помню. Пытаемся подключить новый регион. Тратим практически все разведданные. У нас нет ни денег, ни черта нет у нас. И пытаемся установить контакт. Но у нас тут... Начинаем операцию. Там пришло время. Блин, надо сейчас наиграть вот эти вот все операции. Просто вспомнить типы, вспомнить особенности, понять, как, на какие кого посылать нужно, какие там опасности, какие особенности. Так, 22 хода нам дают. Я буду спускаться вниз и идти вдоль вот этой стенки. Будем двигаться от эвака в здание именно таким образом. И потом надо открывать с одной стороны, открывать с другой стороны, заходить, открывать там, открывать здесь. Да, вот здесь двое, на крыше, плюс дрон, скорее всего, второй дрон отдельно. На таких миссиях очень часто дроны патрулируют в Соленово.
Вот он, пес. Видите? Так, я пытаюсь взломать сразу же. Это первый пошел. Разведданные 50%. Поехали. Могли бы даже большое количество разведданных получить. Открыли дистанционно при помощи Алиски. Эту дверь. И вроде как мы не должны. Нет. Как? Нет. Что? Почему? Я ж тихо сделал. Я забыл. О, нет. О, нет. Два пака сразу. Три пака. Ну, какие проблемы? Все, просто валим. Что делает Хошк? Хошк стреляет по... Это не Хошк, это Лука. 4-6 и снайперской. По ближайшему дрону бах. Ну где урон? 4-6, он дает 4. Ну, почему не 6? И эвакуироваться. Да. Не, нафиг. Я побежал назад. Ну, время молиться, я не знаю, что сейчас будет. Подкрепа сразу, тут же подкрепа. Блин, и каждый ход будет подкрепа, капец. А чё сразу-то, а? Блин. Контроль? Сразу? Отлично, я снайпера поставил. Ну ясно, давай, все, короче, попадай. Сидел бы и сидел. Чё полез? Ну потому что не знал, что сагрим сразу. Алло, ты же говорил уже. Чё полез? Ты же не помнишь ни хрена, как здесь все работает, по каким правилам. Михаил, блин. Так, здесь мы эвакуируемся точно. Погнали. Ну а третьего лемминга... Ладно, если третий лемминг только не спасется, я... Буду считать, что эта миссия выполнена максимально чисто, максимально. Вот этот, ну его оглушанули, как бы, я думал, что... Ну его сейчас еще разок должны оглушить, если там нет. Так, еще одно подкрепление. Промахнись, прошу, оглушение. Не, оглушением они не промахиваются, кажется. На моей памяти не промахивались. Промах! Да ладно, это что, перфект миссия просто будет у нас? Overwatch. Извините за мой французский. Раз. Элис. Да, нормально все будет. Капец. Как же все-таки мы этот разрулили, а? Оперативников не потеряли вообще. Да, там есть ранение, но... Вы понимаете? Учитывая mind control, стан. Все могло быть значительно хуже. Ну и все. Сейчас, если этот еще убегает через ход, то... Всех спасли. Там 10 Overwatch. Давай, добеги. Последний ход. О, нет. Через стенку нельзя. Нет. Выжила. Сосать. Там 5 хитов у нее было откуда-то. Я не знаю, откуда у нее 5 хитов. 3 ранения, 5 повышений, все повысились. Эвакуируйте всех солдат XCOM. Что нам нужно здесь сделать? Эвак у нас, мы, кажется, его показывать будем. Ё-моё. Короче, это задание типа возьми груз и свали. Без ограничений на количество ходов и без грядущей подкрепы, кажется. Я бы взял груз. Я не очень смутно помню эти миссии. Свободное действие.
по метке. А, когда ты метишь, за ним пролетают, точно. Как, нет? А, и подкрепление через 7. Что? Что? Ну, короче, понятно все. Это была ошибка, как вы понимаете. Мы сами можем вызвать эвак. И я, наверное, сам сразу вызову эвак. Подкрепление 6 ходов. То есть наша задача просто поставить эвак в нейтральном месте, а грузы как? Давай впереди сделаем эвак. Вот такой вот где-нибудь за каверами. Вообще класс. Сколько успеем, столько возьмем. Сколько успеем вот за 6 ходов. Мы столько и возьмем. Правильно? Правильно. У-у-у. Раз. Пять ходов до эвакуации. Вот это я тоже не помнил, что эвак-то не сразу идет. Капец. Так только не надо сильно разделяться. Как? Что? Так подкрепа через пять. Что? А, или это собирают? Собирают это. Лучше мы спасем пацанов, но соберем не, далеко не все. Адвент уже отметил еще два контейнера. Ну, один из них впереди. Мы-то его у них утащим. Ага, и вот они враги. Парочка врагов. Сектоид и не сектоид. Так. Что будем делать? Я не хочу уходить вправо. Я не хочу подходить к фуллкаверу, потому что там пойдут. Здесь мы пытаемся принять на овервотче четырьмя еще один контейнер. За ним заезжают уже, да? Ничего. На контейнеры еще поработаешь. Главное, мы опыт получим, никого не должны потерять. Побежал. Сектой. Промах с пулемета. Ну как, даже я попал бы, ну. И никто больше не пострелял. Капец, три овервотча, никто не пострелял. Пограничная, видимо. И что там? Паника. Давай, родной. Солить мне, что ли, эту ракету? Дома новую дадут. Бах, минус укрытие сразу же, смотри-ка. Со мной давай дуэль. 77, пулич. Тра-та-та-та-та-та-та, минус сектоид. Лут. Так, с нами нет сокола, но лут надо все равно брать. На такие миссии нужно брать, ну, во-первых, не палиться в самом начале. Ой, хорошо, попали по командиру. Два раза, один хит, у него остается всего лишь. Ну, ради лута нет. Погнали. Царапинка, хорошо, защита у нас приняла удар на себя. Мы собираем псионику. Убили троих, взяли 4 контейнера. Я считаю, это лучше, чем залить миссию просто со смертями. Зато я вспомнил, что за тип миссии. И приблизительно кого сюда нужно брать. Маневренных, боевых товарищей. Но при этом подкрепа идет через там 7 ходов. Ой, хорошо! Еще одного сняли. Эвак наш. Дроп лута не собрали. Но это все мы сделаем, когда правильным образом компанию сюда соберем. Когда придем уже во все оружие. Вообще мне говорят безупречно, ничего не знаю. Миссия выполнена. Вот, а в следующий раз на этот тип миссии штурмовики, ниндзи, кто-нибудь такой, типа рейнджера, может даже гранатометчиков. Опа, это что такое? Засада. Сработала вероятность 33%. Отправленные на задание солдаты попали в засаду. Необходима экстренная эвакуация. Escape the combat zone. Короче, нужно просто свалить отсюда. Просто свалить. Больше ничего. Мы сразу демаскированы. А что происходит? Там сагрились сразу люди. Ну, очень интересно, конечно.
Так, протокол восстановления мы можем использовать на наших для того, чтобы снять негативные темы. Один из плюсов гремлинам. Начал бы я, конечно, с тени. Мне нужна разведка, мне нужна маневренность. Мне нужно пробегать вперед с одной стороны, с другой еще. Желательно не спулить при перемещении врагов. Да, вот, пожалуйста. Так, мы увидели два пака. Эти идут ко мне. Блин, ракеты бы жахнуть сюда. О, пошел овер. Они сами идут. Есть сразу попадание, четверка. Уже убили одного. Еще. Овервотч есть. 5, минус второй, кажись. Нет, сильное ранение у сектоида. Он стоит на овер. Хорошо, главное, ну, насчет этого я не так переживаю. Вот я насчет дальнего переживаю. Он действует полноценно и стреляет. Мимо. Хорошо. Выкручиваемся из ситуации. Встает на овер. Обнаружение. Дезориентация снята раз. Дезориентация снята два. Пытаться ли сражаться или бежать все-таки? Ну, побежишь, там овер будет. У тебя ты шотный здесь. Можно здесь попробовать на рывке метнуться, но... Ну, типа вот сюда. Ну, чтобы этот сработал, но он сработал под дымом, по крайней мере. Соответственно, здесь мы можем Феликсом попытаться пробежать. Второй далеко. Хелка первая, кто добегает до Ивака. Слава тебе, Господи. Что не миссия, то какой-то валидол. Ну, большинство миссий сейчас идут впервой. Ну вот что делать, Элис? Она прыгает за полкавер, там два овервотча еще, но она по-прежнему в дыму. Три попадания, есть, еще второй, один хит остается у нее, и минус Элис. Не минус? Что, как? Откуда не столько жизни? Дезориентация снята. Пытаюсь убежать. Убегаю. Мы спасли двух наших разведчиков. Конечно, получили ранение, но потеряли чат-бота. Лучшего чат-бота в игре. Ладно, с этими потерями, конечно, продолжу. Тем более, что сейчас идет такая стадия. Давайте вспомним, типа, миссии, а что на них делать, а как действовать. Все, друзья, спасибо еще раз, что смотрели. Увидимся с вами завтра. Пока.